Мы сделали эту выставку, чтобы можно было посмотреть вот в глаза нашим библиотекарям, да, это действительно все замечательные люди, потому что я думаю, что каждый все-таки отдает себе отчет, почему он работает именно в библиотеке. И действительно, наверное, работа в библиотеке — это, ну, это действительно сегодня элемент гордости. Мероприятий проводится постоянно на территории библиотеки, со всеми можно прийти, ознакомиться, но мне кажется, очень такая удачная идея — выйти в городское пространство, показать, что такое библиотека Боголюбова. В данный момент, в данное время очень важно доносить исконные существующие ценности через новую форму. Таким библиотекам, как ваша, ясно, что библиотеки нужны, не умрут и очень своевременно работают. Ваша библиотека прошла большой исторический путь своего развития, столетия, хранит сокровища знаний и передает их людям. Мы росли в то время и в той стране, где библиотека была абсолютно неотъемлемой частью нашего развития, нашего совершенствования, нашего образования. Ну и последнее, я хотел бы напомнить слова замечательного Эразма Роттердамского, который сказал: «Моя родина там, где моя библиотека». Моя родина там, где моя библиотека, и такую родину мы всегда будем любить. В библиотеке искусств, о которой мы сегодня говорим, которую мы сегодня празднуем, все-таки присутствует ориентация на высокое искусство, высокие образцы. И вот мне кажется, это очень важно. На долгие годы дом будет существовать с именем Боголюбова и нести те светлые идеи, которые были заложены им при создании, при строительстве этого дома.